Ну, я еще не получила ссылку на руки, но уже у меня 8 обременений на участок, которых не было буквально 2 месяца назад, когда я оформляла последние документы. Я все оформляю добросовестно. Я выстроила дом, сдала его в эксплуатацию. У меня 4 детей и внуки. Мы хотим жить на своей земле. Сейчас на нашу землю наложили зону рекреации. Зона рекреации подразумевает, что нас, на нас, на всех положили большой-большой колпак. Граждан, и мы теперь ограничены в правах распоряжаться нашим имуществом. Мы несколько дней искали депутата, но так его и не нашли, кто бы мог защитить наши права. Точно так же мы не видели тосовцев, которые были должны оповестить нас о слушании по проекту генплана. Слушания проводились формально, в течение 1 часа, в каком-то доме, о котором никто не знал. Люди не были извещены. Наша ЖМТ попала в зону затопления. И весь август и сентябрь мы вынуждены были после затопления наводить порядок. У нас не было воды, у нас не было света, мы выживали. Мы делали ремонт, мы выкидывали вещи. И в это время кто-то за нашей спиной сделал липовый акт, что мы согласны. Мы хотели бы посмотреть в глаза этому человеку.